кажется, целым соусом было бы лучше. Плюс еще лимончика бы добавить. В следующий раз тогда сам маринуй. То есть этот раз не понравилось? Нет. Ага. Хорошо. Ладно. Все взяли. Завтра приедем. Ага. Ага. Ладно. Ну все, давай, пока. Привет. Здоров, привет. Че, парень? Да если бы. Мама. Хрень от комаров взяли? Лучше. Я взял пивасик. Да, взял, я взял. А палатку? Вон твоя палатка едет. В смысле, я не буду ночевать в машине? В смысле, палатка у него. У кого у него-то? Я же говорил, чел с работы. Всем привет. Здорово. Здорово. Привет. Че, поехали? Да, давай вещи в багажник закинем. И поехали. Так вы вместе работаете, что ли? Ну да, года три уже. Только в разных отделах. Помнишь, я рассказывал, вместе в поход с ним ходили. А, точно. Понял. Че, куда едем-то? Да есть одно место на примете. Сосны кругом, есть куда палатку поставить. Думаю, вам понравится. Надеюсь, недалеко ехать. Какая тебе разница? Смотри, как хорошо. Да че хорошего-то? Обоссу скоро. А мне бы интернет не помешал, связи совсем нет. Да не переживай, скоро приедем. Это место мне уже нравится. Вот оно, воссоединение человека и природы. О, и сеть появилась. Неплохо тут. Часто тут бываешь? Да не, пару раз приезжал. Смотри, кто-то подсуетился, камнями обложил. Наверное, чтобы лес не сжечь. Ну это мы еще посмотрим. Чего? Ребят, я уже проголодалась. Ладно, я за дровами. Мы тогда палатку поставим. Кажется, мне уже хватит. Тебе давно уже хватит. Можете подлить? Знаете, ночной лес для меня всегда был жутким местом. Может, тебя тоже подлить? Да это тот же самый лес, только ночью. Но менее страшно от этого не становится. Нашла чего бояться. А что, по-твоему, самое страшное? Клоуны. Чего? На самом деле, в лесу есть чего бояться. Слышали? Недавно здесь пропала девушка. Ни следов, ни улик. Мистика какая-то. Отлично. Именно поэтому ты нас сюда привез? Так ее же вроде нашли. Точнее, то, что от нее осталось. Может, уже сменим тему. Мне правда не по себе. Ну, тогда себе налью. Так, ладно, я сейчас. Эй! Куда ты там уставился? По-моему, там что-то горит. Чё? Горит что-то? Я не знаю. Может быть, скоро проверим? Не-не-не, я пас. Без обид, чувак. Ребята, я гляну. Вдруг там кто-то лес поджёг.
Ага, тот же самый лес. Эй, кто здесь? Что случилось? Подожди, успокойся, успокойся. Да, там это, ребят, там... Какого? Это что, шутка? Блять. Так не бывает. Так не бывает. Всему этому есть объяснение. Ребят!
Thank you.